Десятки лет обучения и сотни прочитанных книг. Четыре богослова, известных религиозных деятелей республики, выступили перед экспертами, защищая научные диссертации. Каждый соискатель имел свою область исследования, будь это вероубеждение, хадисы, юриспруденция и другие направления. Сегодня уже мы проходим второй какой этап защиты докторской диссертации. Все эти годы не сказал бы, что это было легко до этого дойти. Но это, надо сказать, конечно, в этом большие заслуги муфтия нашей республики, что он от себя лично проконтролировал направление. И вот на сегодняшний день мы как уже на другом совершенно уровне, можно сказать, сегодня мы уже принимаем защиты этих степеней доктор исламских наук. Первым ученым-богословом, защитившим докторскую диссертацию, в этом году стал Мухаммад Магомедов из Кахиба. Он уже 25 лет изучает исламские науки. Окончил Дагестанский исламский университет. Более 10 лет занимается как преподавательской, так и общественной деятельностью. Свою научную работу он представил на арабском и русском языке по теме исследования времени наступления намазов в Дагестане. Но с 2012 года, после того, как муфти Республики Дагестан шейх Ахмад Афанди поручил вплотную заняться именно исследованием времен намазов на основе визуального наблюдения, прибегая, скажем, к теоретическим определениям времен намазов в упомянутых шариатских книгах, мы с тех пор начали более плотно изучать именно эту тему, отдались изучению времен намазов, провели отдельные исследования. Это то, что нам пришлось отдельно изучить, скажем, тему астрономии, физики, движение небесных тел, так как с этим связаны математические расчеты наступления времен намаза. А вторая сложность была в искании, скажем, рукописей наших ученых дагестанов, так как они не были большинство изданы, а в тех фетвах, которые изданы, были всего лишь ссылки на определенные, скажем, фетвы или же суждения ученых, и нам приходилось искать уже первоисточники, что более расширенно понять суть вопроса, который излагает тот или иной ученый. Нам удалось, можно сказать, объединить большинство мечетей нашей республики в том едином рузнама, который разработала муфтият Дагестана. Разработала она рузнама для каждого района отдельно, соответствующие их координатам. Помимо Мухаммада Магомедова, докторские диссертации защитили Абдулла Ацаев из Черкия, Мухаммад Магомедов из Урма и Арсен Магомедов из Усиша. Их оценивали как эксперты республиканского уровня, так и исламские ученые арабских стран. Хамзнур Магомедов, Салман Гетехмаев, Мурат Бикбарзов, телеканал ННТ, Махачкала.